Добрый вечер, дорогие мои подписчики, дорогие мои зрители. Нашел для вас очень хорошее место, вкуснейший ресторан в Алании. Находится этот ресторан недалеко от СТО Алании. Быстренько отсниму и покажу. Вот, дорогие зрители, вот такой ресторанчик. Там у нас дорога, которая ведет в эту сторону, в сторону СТО. От Аланиума вы идете прямо и сворачиваете налево. Ресторанчик тут называется Джигерджи Туран Уста. Вот. Есть два ресторана тут в Алании. Одна близко к объездной дороге и одна тут. Семейный ресторан. Очень вкусно тут. Вот там даже лаваш, тандыр, все делают. Шашлыки в основном у них. Из печени. Там есть также детская игровая площадка для детей. Как бы все в лесу, так красиво. Кабинки очень просторные. Вот здесь у нас детская игровая площадка для детей. Вот, оставили детей, сами сели, поели с гостями, отдохнули с семьей даже вот так. Вот такие тут местечко, кабинки как бы, качели. Мы уже с другом сели, поели. И вот здесь день рождения отмечают и тому подобное. Все, дорогие зрители, приятного вам всем аппетита, если придете в этот ресторан. Всем пока-пока.